Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Каратаев Игорь, проект GKMart. И сегодня, прямо сейчас, я вам хочу продемонстрировать обувь, пришедшую нам с сайта taobao.com. Немножко здесь единственный недочет, да, который мы видим, это замок. Какая-то проблема у меня, застегивание. О! Получилось. Ну ладно, сегодня в этом. Давайте вот посмотрим на экземпляр обуви Dolce & Gabbana. Ребятки эти постарались, выдали нам качественный, блестящий продукт, который, ну, будет привлекать к себе внимание, да? Что касается качества и прошит, не видно следов клея. То есть сделано все очень даже на высоте. Ну, просто придраться не к чему, на самом деле. То есть мягкие. Мягкая обувь. Давайте посмотрим второй ботинок. Да, такой же. Все чисто. Вот бывает, ну, покупаешь дешевую обувь, заказываешь, и там начинается власть откуда-то краска. Клей. Здесь же вообще абсолютно все чисто. То есть вообще, ну, красота. Я вот себе Nike заказывал, кроссовки, IMAX. Заказывал их на распродаже китайской. Там вообще они просто идеальные пришли. Народ офигевал на самом деле, где, Игорь, ты такие взял. И почему они... Почему здесь их нету, да? Я их не буду делать обзор на них сейчас, потому что они уже немножко подушатались в моменте эксплуатации. А так, ну, они мне настолько понравились, я их распечатал в одной из посылок, пришедших к нам. Ну и я был сразу, никакого обзора даже не делал, просто влюбился в кроссовки, когда они пришли. Поэтому поделился с вами тем, что было. Вот, собственно говоря, вот такие вот обувочки. Смотрите, что еще раз заметил. Подошва такая, да? Она так и должна быть. Как будто немножко протерлась. Да, и две вот эти вот грани выпирают. Смотрите, вот, чтобы поставить. Надеюсь, вам видно. Видите, зазор, да? Немножко вот так вот идет по дуге. Не понимаю, для чего это. Наверное, такая задумка. Удобно будет стопе. Ну, тут я не могу ничего сказать. А так все круто. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Следите за обзорами. Будем непременно выдавать новые и новые порции интересных вещей, которые к нам пришли, и на которые мы сделаем обязательно обзор. Всем спасибо. Пока-пока.